Ну что ж, если ты сама себе не можешь работу найти, то я попрошу тетю Лену, она что-нибудь обязательно придумает. Не угугли тут. Наша аптека называется «Таблетки на Блюхера». Понимаете, да? Мы очень быстро развивающаяся фирма, понимаете, да? Только к нам никто не ходит. Извините, в общем, нам очень нужна эффективная реклама, понимаете, да? Ну, в общем, 200 баксов в месяц. И вот эта вот ваша вот форма, понимаете, да? Что? Я это никогда не надену. Дышать нечем, блин, а? Ну ладно. Ага. Как там? Дамы и господа, не проходите мимо таблетки на Блюхера. Всегда хороший приход... хороший сервис. Ой. Ой, ничего тупее в моей жизни еще не было. Разве что институт. Йо, блин! Не проходите мимо таблет... Проходите. Смотри, лохматый какой здоровый глюк. Очень сексуальный хвост. Австралийский заяц микроцефал. А ну, валите отсюда, уроды! Новый вид, кролик-блюхер. Мутации среди рекламистов. Ну, козлы, блин, а? Ну, козлы! Какие же вы уроды, а? Да ладно, не расстраивайся, Масянь. Мы же все понимаем, работа есть работа. Вообще-то, я на самом деле к тебе на смену пришел. Я давно здесь работаю. Успокоительные таблетки на Блюхера. Поверь, моя работа.